Привет, ты на канале ProGavto, меня зовут Юра. И сегодня мы поговорим о нашем новом кроссовере Skoda Karoq, о том, как поменялись на него цены и какие пакетные предложения на него появились. Для модели Skoda Karoq у нас есть три комплектации Ambition Style Scout и два двигателя. 1,5-литровый турбобензин на переднем приводе, и с весны будет доступен дизель 2-литровый на 190 лошадиных сил в полном приводе. Цены на Skoda Karoq в этом году не поменялись. Бензин стартует с 25,5 тысяч долларов, дизель от 31,5 тысяч. Для комплектации Ambition и Style появилось по два пакета. Для комплектации Ambition есть пакет Ambition и Ambition Plus. В пакет Ambition у нас входит магнитола Bolero, технология Smart Link и центральный замок с бесключевым доступом. Это будет стоить 499 долларов. Пакет Ambition Plus включает в себя Full LED оптику переднюю и электрокрышку багажника. И стоит это удовольствие будет 945 долларов. Для Style появилось тоже два пакета. Пакет Style, который включает в себя Full LED оптику переднюю, электрокрышку багажника, навигационную систему и комфортную телефонию. Это будет стоить 1098 долларов. Также есть пакет Style Plus. Включает в себя систему контроля слепых зон, Blind Spot Detect, передний и задний парктроник и цифровую приборную панель. Это будет стоить 669 долларов. Третья комплектация Scout доступна только для 2-литрового дизеля полноприводного. На тесте у нас есть Skoda Karoq с 1,5-литровым турбодвигателем. Если нужна помощь в подборе комплектации пакетов, приходите к нам в салон. Подписывайся на канал ProGavto, ставь лайк. До встречи!